Привет, ребята, это истинный следователь. Опять случился конфликт. Спросили карточку в ленте. У меня вообще я карты не ношу. Объясню как бы историю. Не ношу, особо не покупаю. Какую-то покупал, по-моему, потерял. Ну вот это осталось сейчас две. И больше я не буду никакие ни брать, ни даром, ни покупать. Ну потому что, по сути, не получается там никакой выгоды. Только все время надо в один и тот же магазин ходить. Была карта в Пятерочке, они ее просто убрали. В Перекрестке была, она потерялась просто. Ну и там скидки фактически нет. В общем, бессмысленная штука. В основном проблема, что товары дорожают, они херовые. И доходы у людей падают, потому что сидит банда вместо государства, грабит людей. И, как последнее время я говорю, народ, вот эти 90% минимум, это там ватный или полуватный, который активно, либо пассивно, либо говорят, у меня там семья, у меня дети. В общем, они и держат на троне этих убийц-воров. То есть мне ничего не жалко для хороших людей, прогрессивных. Сеть Wi-Fi, которую все почти что закрывают, у меня все время открыта, есть гостевая сеть. То есть нет такого какого-то культа, что я хочу засесть в интернет, если я залезаю полезными идеями, хочу поделиться. В общем, ну не какой-то, не мега ультра какой-то добрый тоже, который все раздает. Ну такой вот среднячок. А с этими картами и предыдущие ролики у меня были, люди как будто не понимают, думают, ты карточку не дал. Карточка, но она там стоит что-то от 50 до 20 рублей, где-то в окей была 10 рублей. Человек, там люди вот эти, которые приходят, они на машинах, например, там покупают на 500 рублей и говорят, карточку, вот эти приезжие с этих, с СНГ люди, которые тоже сначала думал, ну люди же как бы жить хотят, двигаются, не хотят умирать. Но на самом деле они просто сюда преступность, свои грязные обычаи везут, которые напали на меня, когда я там в народном снимал тухлую рыбу. То есть, которые спрашивают, это люди, это всегда такие хитрожопые гниды почти что. И вот, и рассчитано это все на то, что тебя спросят, а ты будешь изображать, да, я добрый, а на самом деле, например, ты какой-то вор, какой-то чиновник, где в другое время ты пойдешь грабить человека. То есть, ну, как бы по-честному надо быть. Карточка, да наплевать мне на эту карточку. Но вот это... сволочность надоела. Они там рассказывают одно и то же. Там мужик сказал, перед этим говорил, вот у меня, я забыл в машине. И я давал несколько раз, а постоянно они забывают. Ну забыл, иди домой. Меня душит вот эта бандитская власть. Если вот эти, которые карточки берут, они 1000000%, что никуда не ходят, даже слова не пикают, ни против каких бандитов. Чего мне? Какую карточку? Пошел нахуй, сука, ебучая, кто берет, или кто пишет там, что ты немножко жадный, или какой-то. Ты кусок говна ебучего. Ты вот ватная, вот эта вот, которая поддерживает царя убийцы воров, сука. Это не братья, это не народ, вот эти вот живопырки, которые в своих машинах сидят в квартирках и ничего их интересует там. Меня тоже, я не говорю, что 100% там умираю ради мира. Зачем нужно, чтобы я умирал ради мира? Но у меня всегда выделен 1% на общество там, ну от 1 до 10%. Я честно говорю, просто как бы спрашивают люди, что происходит. Сейчас человек... необычный. Он такой суетливый, который карточку спрашивает, они
ну, дергаются так резко, вот, такие вот как бы полубандитские. Вот, то есть он начинает тебя беспокоить. Потом спрашивает, можно карточку? И я, ну, как бы можно записать даже это вот когда-то, вот детально вот скажу. Я говорю, нет, нет, не могу. Нет, там, нет, нет, не дам. Ну, как бы все, не как бы не громко, вот так вот просто, нет. Нет, я не могу дать. Почему? Начинается. Заводочки. Нет, не могу, и все, нахуй иди. Ну, то есть, это я сейчас говорю, нет. Вот. Я не могу, потому что говорю, ну купите сами, купите, она там 50 рублей. Опять какой-то разговор дальше. Что-то там я забыл. Потом опять я забыл. Я говорю, забыл, ваша проблема. Вот. Ну и потом уже стал под конец сердиться. Сказал, отстаньте от меня, что вы бедствуете, что... Ну, в общем-то, и все. И вот это вот постоянно. Можно, конечно, не сказать нету, либо давать, но... Почему, если я не хочу, как бы вообще про это разговаривать? Или, ну, вот здесь я, конечно, не то, что не хочу, и конфликтов я не хочу... На самом деле было, да, проще дать или вообще ее не брать, но ведь действительно это непростые люди, которые вот это вот спрашивают постоянно. Мне бывало, кто-то дает карточку, у меня, например, относись к другим людям, как ты, у меня не было карточек, какие-то женщина мне дала какую-то карточку, там у меня получилось где-то в окей, там 5 рублей, скидка или 10, я сказал спасибо и все. Я не лезу к людям, не обсуждаю, но я и не буду... подставлять сраку свою или что там, рот свой, чтобы ебал меня этот хуй. Какой-то подъебенок, подцаренок, убийцы воров, сука, блядь.